Сегодня хочу затронуть такую очень щепетильную тему, как что лучше выбрать, керамическую плитку или панель ПВХ. Ну, много очень бытует мнений, много очень самых главных решений. Ну, давайте все-таки я вам помогу разобраться по основным критериям. Ну, первый критерий — это возьмем как многообразие цветовых решений. Ну, тут, в принципе, что керамическая плитка, что панель ПВХ, они идут на одном уровне. Каких только нету цветовых решений, многогамности, даже 3D есть. Но по оттенкам, под оттенком, не скажу не по оттенкам, а под оттенком все-таки на первом месте маленько выходит, конечно, керамическая плитка. Но здесь все зависит не только от цветовых решений, все-таки в первую очередь это зависит от человека, который хочет для себя выбрать одну из себе для себя приемлемых гамм. Вот взять вот наше решение. Вот у нас здесь панель ПВХ, как сами вот вы видите. Здесь вот применено два вида цветовых решений. Это одна палитра и, соответственно, другая. Все зависит от вас. Как у вас работает фантазия, как у вас работает ваше желание. Теперь давайте разберем второй вид критерия. Это как простота и удобство монтажа. Ну, тут на первом месте, конечно, у нас выходит панель ПВХ. Что для панели ПВХ нужно? В принципе, каркас основной, металлокаркас в нескольких, и соединить. Все. В принципе, на этом завершилось все его, как говорится, монтаж. Он очень прост и удобен, и по цене очень, как говорится, практичен. Для керамической плитки тут возникает, конечно, очень много вопросов. В первую очередь нужно выровнять стену. Она, стена должна быть выровнена. Во-вторых, все-таки нужно придерживаться основных технологических параметров, чтобы впоследствии эксплуатации плитки, подготовка поверхности под облицовку самой стены плиткой, нужно выдержать именно вот эти вот критерии, чтобы впоследствии они не упала, эта плитка у вас не развалилась. Здесь по монтажу, конечно, все-таки плитка уступает. Намного. Намного уступает, я вам скажу. И здесь, чтобы с панель ПВХ смонтировать, здесь, в принципе, нужно таких уж умений огромных не стоит. Здесь, в принципе, любой человек, любой мужчина, даже женщина, умеющий держать перфоратор и молоток в руках, в принципе, сможет смонтировать любую панель ПВХ. С плиткой здесь посложнее. Здесь приходится все-таки вызывать специалиста. Так, теперь давайте рассмотрим третий критерий. Кстати, хочу на нем заострить ваше внимание, потому что критерий такой очень такой щепетильный. Назовем его так: влагостойкость, устойчивость к образованию плесени. Ну, тут, конечно, на первом месте все-таки у нас керамическая плиточка. Ну, сами понимаете, ее смонтировал, швы разделал и все. Ну, со временем на ней тоже образуются в швах, в трещинах небольшие такие, небольшие проточины, прочернения плесенью. Но все-таки хочу, у панели, конечно, самая основная болезнь — это пространство, монтажное пространство между панелью и стеной. Ну, здесь все зависит, конечно, не от самой панели ПВХ, здесь зависит все-таки от помещения. В наших каморках, в квартирных каморках, где вентиляция вообще практически в ваннах отсутствует, она сделана проточная через туалеты, через кухни, и стоит покупаться, грубо говоря, даже нашим детям, да нам, что говорить, нам хорошо покупаться, и там в ванной, когда входишь, последующий человек входит, там просто паровая. Здесь нужно подойти вот каким образом. Вот здесь вот подошел я таким образом. Я, прежде чем смонтировать, облицовать панель, здесь у меня каркас металлический, и я его обработал антисептиком. Антисептиком каким? Огнезащита, так она называется. Определенная такая защита от возгораний, но она себя показала очень отличным антисептиком. Она выполняет две функции. Это как огнезащита и плюс ко всему антисептик.
раньше применяли мы, я как строитель, с 23 года у меня опыт, раньше мы применяли медный купорос. Мы его им обрабатывали поверхности. Это было самое. Ну, сейчас на после террористических всяких акций и все там подобное, медный купорос вышел у нас с продаж, к сожалению. И вот сейчас вот мы пришли к определенной практике применять вместо всяких покрытий вот именно огнепропитку. И еще одно хочу вас обратить внимание, когда при монтаже уже потом, после как обработали огнепропиткой, полностью каркас, стены, все, когда монтируете, расстояние от пола, не вплотную, а расстояние от пола оставляйте где-то около 2-3 сантиметров. И наверху тоже расстояние уже до потолка, она закроется там уголком, панелью снизу, тоже оставляйте от 1 до 1,5 до 2 сантиметров. Это что вам позволит? Внутреннюю поверхность, она между стеной и панелью, она позволит вентилироваться, двигаться воздуху. Почему образуется плесень? Потому что в нем остается влага. А влага, она должна уйти. Здесь вот в ваших комнатах маленьких, у кого есть маленькие комнаты, вот эти ванные, которые по 2, по 3 квадрата, вам нужно вывести отдельную вентиляцию, помимо. Ну, она приходится, сами же видели, дырка просто в туалет или дырка в кухню, все. Вот из этого отверстия нужно просто определенным каналами выйти на вытяжку уже общедомовую. Тогда уже у вас будет независимая ванна, и оттуда будет уже вентиляция лучше. И образование плесени, оно не будет как ни на панелях ПВХ, ни как на плитках. На плитках вы тоже замечаете, что тоже определенная плесень. Так, этот вопрос мы, в принципе, так разобрали. Теперь подойдем к четвертому критерию. Удобство чистки. Ну, чистится сейчас и панель, и керамическая плитка довольно очень легко. Сейчас каких только чистящих средств нету. В принципе, здесь вопрос, он как-то, они на одинаковом уровне идут. Тут, в принципе, нету. По долговечности еще один из критериев, хочу вам обратить на него внимание. Ну, по долговечности, конечно, здесь у нас все-таки лидирует керамическая плитка. Согласен, да. У нее плотность все-таки это как камень, керамика. Здесь уже приспособлены и песчаная, и все, она долговечнее. Здесь уже это не поспоришь. Возможность ремонтировать и покрытие стен. Возможность покрытия. Ну, сами знаете, что при замене крана, всякое бывает, в ваннах, в туалетах, при заменах кранов, труб, все происходит, когда вы вытаскиваете старые монтажные краны, происходит потрескивание на плитке или на панели. Ну, здесь, конечно, панель, она лидирует. Ее можно просто заменить, выкинуть одну из этих, воткнуть и все. С плиткой посложнее, здесь приходится вырубать, это может нанести посредством на другие слоя, на последующие слоя, растрещины, все распространение. И маленько посложнее, здесь, конечно, выигрывает ПВХ. Как раз вот и переходим вот к этому критерию, следующему, возможность ремонтировать покрытие стен. Здесь может быть произойти вот что еще. Когда всякое бывает, можете было у меня такое в практике, меняли раковину, и сантехники просто нечаянно просто по керамической плитке ударили молотком. Ну и пришлось полностью, вроде бы вот полностью получилось у нас плитку аккуратненько вытащить из своей ячейки. Но потом, когда мы ее смонтировали, мы повредили, когда вытаскивали, повредили последующий выравнивающий штукатурный слой. Потом, когда мы вроде бы все его приклеили, эту плитку, все, со временем, через полгода эта плитка у нас отвалилась. Ну, потому что там образовалась все равно воздушная пустота, и плитка вывалилась просто. Из-за этого все-таки панель ПВХ она выгоднее. Ну, теперь к самому важному подойдем, к седьмому нашему критерию. Это стоимость материала и работ. Ну, тут, конечно, у нас на первом месте все-таки ПВХ. Панель ПВХ. Сами понимаете, что панель ПВХ по стоимости в 3-4 раза дешевле, чем сама керамическая плитка.
Потому что приобретая здесь соотношение где-то будет, приобретая одно и делаю керамическую плитку, в принципе, на один квадратный метр, если мы приобретем, то на эту стоимость облицовки керамической плитки одного квадратного метра, мы на эту стоимость можем полностью сделать одну или две стены из панели ПВХ, сами понимаете. Ну что, вот в принципе мы все с вами критерии такие разобрали, очень важные. Что можно еще сказать? Да не надо ничто гадать, что лучше, что хуже. Самое основное, все-таки я хочу вам обратить на глубину вашего кармана. Если у вас в кармане есть определенная толщина, пожалуйста, выбирайте керамическую плитку. Но потом, когда пройдет по истечению, например, года 3-4, вы захотите поменять керамическую плитку опять на другую, у вас заквакает жаба. Потому что сами понимаете, что это очень дорого, очень дорого. Хотя панель это в принципе. И потом, когда еще, смотрите, когда вы снимаете старую плитку, вы опять нарушаете подготовительный слой, черновой слой под керамическую плитку. И вам заново придется выравнивать, подготавливать поверхность под новые. Для панели, по своей сути, содрал старую панель, полностью содрал. Каркас на месте остался, вам только обойдется стоимость самой панели ПВХ. И здесь, в принципе, можно сотворить и с панелью ПВХ, к сказку, и с керамической плиткой. Так что, в принципе, все зависит от вашего кармана. Если вы такой человек, которому один раз сделал и надолго, в принципе, вам можно сделать керамическую плитку. Сделал ее, все. Но, опять говорю, если будет плохая вентиляция, в швах между керамической плиткой опять создадутся вот эти вот всякие микроорганизмы, плесень и все остальное подобное, и со временем вот этот запах, затхлость его все равно будет. Так что все зависит от вас. Так что, ребята, я надеюсь, что помог вам. Может быть и не помог. Кому как. Кому нравится, кому не нравится. Подписывайтесь на наш канал. Я на этом не остановлюсь. Буду дальше продолжать с вами, как говорится, разбирать какие-нибудь другие материалы. Я строюсь, как раз строю вот еще один дом свой. Строю как раз в этот момент. Постараюсь вам помочь. Я всю жизнь был за дешевые материалы. Объясню почему. Не то, что за дешевые, извините, неправильно выразился. Не за дешевые материалы, а удешевление строительства и ремонта. Так что, ребята, давайте подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, будем рады вам отвечать. Если у вас возникли вопросы по строительству, задавайте, я на них сниму вам такой же вот небольшой обзор, помогу вам. До новых встреч, всего доброго, пока. Ну вот, ребят, чтобы не быть многословным, показываю, что я сделал из нашей ванны. Вот здесь вот у меня соотношение сразу, как говорится, стены панели ПВХ, а пол как раз вот керамическая плитка. Вот вам один из вариантов, как можно пофантазировать, и очень красиво. Сами видите. Сейчас я вам покажу еще один вариант отделки туалета. Ну вот, ребят, вот еще вариант, как отделать можно туалет из панели ПВХ. Он тоже, как говорится, имеет место быть. Вот потолок. Может быть, не так, конечно, видно, но все-таки постараюсь вам показать. Вот, пожалуйста. Так что фантазируйте. Пока-пока.